Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в наш выставочный зал. Меня зовут Александр, и имею честь предоставлять вам наше новейшее оборудование. Вот, посмотрите. Это наш новейший усиленный ингас инфракрасный ленточный фотосепаратор модели KI с четырьмя камерами в каждом лотке. Данный инфракрасный ленточный фотосепаратор для сортировки скорлупы, инородных примесей и по цвету из годного ядра ореха, которые очень легко дробится. Сейчас у нас здесь есть результат сортировки грецкого ореха. Здесь чистые целые ядра грецкого ореха. Здесь скорлупы и смоссированные ядра. Вот посмотрите, здесь цвет скорлупы одинаковый с цветом ядра. А как их различать? Мы потом покажем вам здесь. В данном ленточном фотосепараторе KI для каждого лотка не только установятся две штуки эстетичные световые камеры с высокой четкостью, еще есть две штуки ингас инфракрасные камеры с техникой призматической декомпозиции цвета, которые могут принимать многодиапазонные инфракрасные сигналы. То есть для каждого лотка KI установятся 4 штуки высококлассные камеры. Они одновременно работают вместе и составят трехмерную систему опознавания с инфракрасным и видимым цветом. Чтобы показать работу этой машины, производим демонстрацию сортировки грецкого ореха сейчас. Вот, посмотрите на внутри машины. Под обручением из комбинационных светильников с полным спектром 4 камеры ловят все информации продукта и опознавают примеси с помощью передового алгоритма. Потом запускаются соответственные магнитопроковные эжекторы и точно дуют воздух на центре примеси, на отход. Благодаря мощной воздушной системе в машине, фотосепаратор может обеспечить стабильную точность сортировки при любой засоренности сырья. Все, сортировка закончена. Сейчас проверим результат. Это годный продукт после сортировки. Это отход. Вот здесь только чистые ядра грецкого ореха. А здесь скорлупы и черные смешанные ядра. И даже в горном продукте нет дробленных ядер, потому что в машине KI установлена интеллигентная система противодробления, которая максимально защищает грецкого ореха от дробления. И мы еще применим MEA-передаточную систему 3.0 в фотосепараторе KI. Передача из переднего привода, равномерная подача сырья, защита ренты от погового схода. Все эти компоновки обеспечат надежный результат сортировки, снижают количество дробленных продуктов и расход обслуживания. Новейший ленточный инфракрасный фотосепаратор KI покупайте, не пожалеете.